Друзья, добрый вечер. Я так понимаю, что я уже... Давайте так, плюсик, все, я поняла, что я уже в эфире. Здравствуйте, всех-всех приветствуем. Здравствуйте всем, кто подключается, кто будет нас смотреть в записи, кто сейчас приходит в прямой эфир. Добрый вечер, доброго времени суток, и мы с вами вы находитесь в гостях у Мирзакарима Снаколы в его центре, учебно-оздоровительном центре. И мы с вами сегодня будем говорить про осень. Ну, давайте немножечко подождем. Здравствуйте, Москва! Добрый вечер. Если хотите, пишите, да, откуда вы, откуда вы подключились. Добрый-добрый вечер всем! И начинаем с вами. Вебинар. Вебинар сегодня у нас с вами, как вы знаете, называется, да, будем говорить про осень и про перемены, которые могут происходить осенью. И этот вебинар первый в таком большой подготовительной программе к первому оздоровительному курсу. Добрый вечер. Добрый вечер, кто подключается. Так, не пойму. Сейчас, секундочку, я просто вижу, что здесь настраивают еще что-то. Угу. Так, ребят, у меня два чата, я буду смотреть и в один, и в другой. И, как я уже сказала, что у нас открывается сеть, вот сейчас будут идти много марафонов, марафонов, посвященные первому оздоровительному курсу. И сегодня начало вот этих марафонов. Поэтому, ну что, в добрый путь кто-то из вас пришел первый раз. Давайте прямо сразу поставьте, пожалуйста, плюсики, кто первый раз в центре с Санаколыча Нарбекова. Вот вы первый раз подключились, и сейчас будете первый раз на этом вебинаре. Поставьте, пожалуйста, давайте не плюсик, а единичку. Добрый-добрый вечер, спасибо за сердечки, за цветочки. Я тоже всем передаю большой привет. Большое спасибо, здравствуйте. И давайте ставим единички, кто первый раз пришел и сейчас будет находиться в центре Мерзакарем Санаколыча, будет на этом вебинаре, будет узнавать о его прекрасной системе, потому что мы будем говорить с вами про осень, про возможность перемен осенью. Мы будем с вами говорить много интересного сегодня. Но самое главное, что мы будем с вами еще и говорить о первом оздоровительном курсе. Так, вот, Наталья вижу. Угу, добрый вечер, здравствуйте. В другом чате тоже вижу. Ну что, кто-то нас будет смотреть записи, и наверняка вы будете первый раз находиться вот именно на встрече в центре Мерзокарим Санаколы Ченарбекова. Добрый вечер всем. Добрый вечер, все, кто подключается. Всем радости, всем любви в каждую семью, всем благодати, берегите друг друга это очень важно. И мы сейчас с вами начинаем с того, что сейчас время у нас какое? Время осени. Это прекрасное время, это замечательное время. И скажите, пожалуйста, у кого вот сейчас уже по-честному, да, мы всегда просим, чтобы слушатели говорили? так, как есть, не придумывали. У кого сейчас вот начало портиться настроение? Где-то в каких-то городах пошел дождь, где-то еще солнце. Вот у нас, например, в средней полосе было очень хорошее лето и хорошее сентябрь был, но... Так устроен мир, так устроена природа, это цикличность, мы про нее будем с вами сегодня говорить. И Начинаются дожди, и это нормально, и это хорошо, потому что одно солнце, оно что будет выжигать и не будет нам давать того, что мы с вами имеем осенью, весной и зимой то же самое. Поэтому, угу, да, спасибо большое. Готовы к работе, очень хорошо. И скажите, пожалуйста, вот поставьте циферку 2, у кого настроение начало портиться. Вот как-то просыпаетесь утром, смотрите в окно, жалко, что уходит лето, пошло какая то такая печаль, да, вот откуда-то вдруг она появилась, печаль стала появляться, или стало появляться такое состояние, что меня никто не любит, да, или что-то у меня ничего не, не где-то не складывается, на работе, дома, что-то не получается, цифру два 2 поставьте сейчас. Угу. Неуютно было, грустно было, давно такого не было. Угу. Да, давайте, давайте. Вот стараюсь не горевать, смотрите, это здорово, да. Но мы с вами будем про это тоже говорить и на первом оздоровительном курсе. Потому что любая эмоция, она а горевать – это же тоже эмоция. Или печалиться – это же тоже эмоция. Поэтому укорачивается день очень быстро. Да, Людмила, спасибо большое. Вижу ваши двоечки и в одном, и в другом чате. Давайте. Вот прям, да, по-честному. И у меня тоже бывает, потому что мы же все люди. Это нормально. Вот это самое главное – понимать, что это нормально – Печалиться, огорчаться, беспокоиться. Самое главное в это не погружаться. И вот как раз этот прекрасный метод Мирзакарима Санаколовича первый оздоровительный курс он учит человека выходить из ненужных состояний. Вот сейчас услышьте, да? Даже кто был на оздоровительных курсах, кто-то может быть был два, три раза на оздоровительных курсах, есть такие слушатели. Но самое главное это умение владеть своим состоянием. Это навык, который вы приобретаете. Кто сейчас вот только знакомится, да, я не говорилась, есть очень много путей, о которых мы тоже будем говорить на вебинарах, пути выздоровления. И вот управление эмоциональным состоянием, это же здорово, когда вы можете управлять своим эмоциональным состоянием. Я думаю, что если бы я сейчас спросила, я не буду спрашивать, я думаю, что вы, наверное, каждый бы сказал, что, да, хотелось бы иметь такую кнопочку, где нажали и свои эмоции поправили. Вот сейчас осенью, да, начинаем говорить про это чудесное время, красивая пора замечательная пора, когда сейчас, вот особенно начало осени, огромная гамма красок в природе. Впитывайте, потому что мы с вами целостная система. Мы зависим с вами от того, что происходит в природе. Вот хочет кто-то, не хочет, но мы с вами связаны, да, целостно. Каждый наш орган, каждая наша клеточка, каждое наше эмоциональное состояние связано с природой. И поэтому, когда а, происходят вот такие изменения цикличности природы это хорошо. И есть такие жизненные циклы. А я все вижу, что вы пишете, но я пока не буду отвлекаться. Хорошо, вы пишите, пишите, читайте, пишите. И а, жизненные циклы, которые подчиняются и природа наша, да, и мы, потому что мы едины. И вот если вы будете смотреть и переносить, например, на себя и переносить э, даже на свой сад, который у вас, например, у многих есть, да, дача или свой дом, э, где растут ваши деревья, цветы, и вспомните, вот с чего все начинается, рождение, да, весна, рождение. В конце зимы люди ставят цели, а весной начинается что, рождение. Дальше что идет? Рост. Это начинает расти. Дальше что происходит? Зрелость. И точно так же переводите на человека. Человек родился. Дальше что он начинает расти. Дальше что наступает период зрелости, когда он что зреет. Дальше наступает старость. Вот в природе это увидание. Когда осенью начинает все вокруг переходить и готовиться к зиме. И в то же время осенью это самая важная пора, потому что человек начинает собирать сбор урожая. У нас вот кто был на втором оздоровительном курсе, вы помните прекрасный, кто пойдет на второй оздоровительный курс. Мы там будем с вами делать каноны. Это великолепное, красивейшее упражнение, очень древнее упражнение, которое Мирзакарим Санакулыч со своими наставниками подарил на второй оздоровительный курс. И вот там в канонах мы работаем в этом прекрасном упражнении именно на временах года. И осенью это как бы ваши цели, которые вы поставили. Вы, может быть, их поставили в начале года, да? И сейчас вот такое подытоживание, сбор, сбор урожая. И мы будем с вами сегодня говорить о о таких возможностях, как поменять свое состояние, как помочь себе, как пройти этот этап, потому что это очень важный этап, и его нужно научиться вот именно а, взять управление свою лодку, да, если лодка остается, вы слышали наверняка это, что если лодкой вы своей не управляете, то найдется тот, кто будет ей управлять. Поэтому нужно добрый вечер, добрый вечер. И э, пятый у нас, значит, первое – это что у нас? Рождение, да, рост, зрелость, старость, смерть. Но смерть это тоже этап жизни, он есть в нашей жизни, его просто отрицать нельзя, он существует. И поэтому для того, чтобы заново, да, наша природа, для того, чтобы заново весной родиться, для того, чтобы человек э, прошел, наверное, какой-то путь, когда-то мы все это узнаем прошел какой-то путь и воплотился в чем-то в другом. Если вы будете, например, задумайтесь, иногда на курсах мы про это говорим, вот когда человек маленький растет, у мамы в животике, вот там, там другой мир, согласны? Там все совершенно по-другому. Когда человек появляется на этот свет, когда он делает первый вдох, когда он начинает по-другому совершенно видеть, дышать, существовать, это другой мир, конечно, другой мир. Поэтому еще раз, вот осень это такое время, когда человек очень много начинает размышлять. Вот у кого, сейчас поставьте, пожалуйста, цифру 1, вот кто обратил внимание, что вам, например, сейчас вот вдруг хочется читать стихи хочется какого-то уединения, хочется просто побродить где-то в сквере, в парке, по лесу, пошуршать этой листвой, понаслаждаться этими запахами и побыть одному, вот подумать о чем то Поставьте циферку 2. Вот хочется какого-то уединения. Это тоже не случайно. Это очень важно, для чего мы с вами сейчас вот про это говорим. Потому что мы будем с вами говорить о здоровье. Вот все, что сейчас я говорю, это здоровье. Да, спасибо большое. Хочется побродить, да, хочется побродить, хочется помолчать, хочется что-то уединение не для вас, ну, все по-разному, да. Значит, мы все с вами разные. Но вот этот этап нужно пройти так, чтобы сохранить свой иммунитет и в зиму войти в здоровом состоянии. Вот передо мной лежат, сейчас немножко отвлекусь, да, передо мной лежат три очень красивых фотографии рисунка. Буквально месяц тому назад у меня был авторский курс выездной в Абхазии, и мне там слушательница, которая была, ей 89 лет, я всегда преклоняюсь перед такими людьми, потому что, ну, это удивительно, что человек, Путешествует, он хочет развиваться, он хочет заниматься в этом возрасте. Большое спасибо! Если Аэлита прекрасное имя, если она слушает и смотрит, вам низкий поклон. Она мне подарила вот эти три фотокарточки своих рисунков. Она начала рисовать. Очень интересный человек, она начала рисовать. И когда я сегодня готовилась к вебинару, я открыла папку и я увидела ее рисунки, и они все про осень. Они все про осень. Вот давайте просто немножко посмотрим. Вот посмотрите цвет осени, да, видно? Угу. У меня чат здесь стоит просто, я думаю, что не отсвечивает, видно. Какой чудесный мостик! Как природа застыла, она готовится к чему? К зимовке, к тому, чтобы перезимовать, пережить этот период цикличности этой жизни, этого сезона. Вот посмотрите, вот такое дерево которые уже без листьев. И буквально там, где-нибудь, может быть, через три недели, во многих местах... Деревья останутся без листьев. Это нормально. Это нормально, потому что вся природа готовится к тому, чтобы пройти этот период. То есть соки в деревьях начинают, в кустах, в деревьях начинают, что тише, медленнее двигаться, идет замирание. Животные готовятся к тому, чтобы кто-то улетел в теплые края, ну а кто не может, они готовятся опять вот к этой зиме. Точно так же человек неосознанно готовится к тому, чтобы пройти этот этап пройти этот этап плавно. И вот еще один рисунок, тоже такой замечательный, очень вот посмотрите. Ну вот почему-то мне захотелось с вами поделиться, чтобы вы посмотрели. И если вы еще обратили внимание, что я такой приготовила вам букет, да. И это такой осенние дары, осенний букет много очень. Мне хотелось сначала в большой поднос положить, потому что каждый цвет вот здесь присутствует и зеленый, и оранжевый, и красный, и желтый. И вы сейчас все это увидите где? Увидите в природе. Вы все это сейчас можете впитывать через глазки. А глаза это что? Это связь с нашим мозгом. Вот прям я порекомендую вам записывать то, что я сейчас буду говорить, потому что это важные моменты, они вам пригодятся просто в повседневной жизни. Ребят, значит, осенью вот сейчас, прям с сегодняшнего вечера, очень к себе внимательно старайтесь как можно меньше входить в стресс, потому что то тепло, которое вы собрали летом, оно сейчас с вами, но наступает время сухости. Осень ⁇ это сухость. Прям пишем сухость. И поэтому осенью нужно пить очень много воды. Да, воды записываем прям. Угу. Спасибо большое. Да, вот, ну, наверное, они не случайно попались мне сегодня. Пишем. Воды больше даже, чем летом. Потому что у нас с вами два органа очень важных которые вот именно осенью вы должны за ними смотреть. Мы сейчас разберем, почему бывает осенью часто и простудные заболевания. Я думаю, что каждый когда-то, да, начинается осень, дети начинают болеть или сами люди, взрослые видят вот эту цикличность, что осенью начинает болеть. Угу, в Пушкинских горах. Спасибо большое. И э, вот смотрите, питье, да, мы говорим про воду, то есть пить нужно обязательно, прям пишем. Если вы пьете полтора литра, у вас нет противопоказаний, значит пьете еще больше. Сухость. Осень это сухость. Какие органы? Это легкие и толстая кишка. Вот эти два органа, за которыми нужно обязательно обращать внимание. И осень я начала с чего, что кто чувствует какую-то хандру, печаль, грусть. У кого-то может быть там она появляется чуть-чуть позже в октябре. Знайте, что эта эмоция осени? Да, эта эмоция осени она есть. Вы ее просто очень радостно что воспринимаете, что она есть. Ее нельзя никуда деть, но ее можно перевести в очень красивое состояние. Потому что о чем говорится на первых оздоровительных курсах, что мы там с вами будем говорить. Еще раз говорила, еще раз скажу: состояние уметь контролировать и создавать свои состояния. Вот прежде чем идти дальше по воду рассказывать, вы находитесь в центре Мирозагария-Снаколы, а у нас есть три важных правила. Фундамент системы Мирзакарима Санакулыча. Давайте, кто ходил на первых оздоровительных курсах, кто был, вы его знаете, помогайте. Пишите, пожалуйста. Угу. Пишем. Фундамент системы Мирзакарима Санакулыча. То есть нужно построить сначала фундамент, а потом построить дом. Потому что если фундамент весь будет в трещинах, непонятно какой дом, как будет перекашиваться. Угу. Так, ну вот что, ну да, бывает такое, есть. Улыбка, осанка, настрой. Умнички, молодцы, отличники. Центр Мерзакарима Цинаковича. Осанка, улыбка и настрой. Правильно. И э, сразу пишем, что это снятие стресса за 60 секунд. У нас еще с вами будет тоже упражнение, как можно быстро снять стресс. Ну вот прям записывайте, как снять стресс за 60 секунд. Многие из вас уже слышали, но люди слышат иногда и не понимают этого, что когда вы начинаете улыбаться, и я в том числе, когда уголки губ начинают идти вверх, поднимаются вверх, идет химическая реакция в теле, мозг начинает совершенно по-другому функционировать. Первое, что? Поправили голову. Вот сейчас свою головушку сделали ровно. Вот не так сидим, да? Кто-то из вас, может быть, лежит нога на ногу. Сейчас сядьте красиво. Вот я перед вами сижу ровно, стопы мои стоят ровно. До спинки стула я не достаю, и мне удобно, потому что мои мышцы к этому готовы. И у вас это тоже, ребята, все впереди. Когда вы придете на оздоровительный курс, мы будем с вами обязательно укреплять мышечный корсет. То есть работа будет идти со всех сторон. Головушку свою сделали ровно, угу, плечи выпрямили. Что значит выпрямили? Что значит осанка? А, у кого-то, да, сейчас привычка бывает очень много, люди сидят за компьютером или ходят, вот как-то, как-то ходят, да, как-то идут, как-то несут свое тело и ходят вот в таком состоянии. Я понимаю, что для некоторых сразу сесть ровно это будет не очень удобно, потому что нужно подготовить мышцы, грудные мышцы. Если вы ходите, сутулитесь, что происходит? Мышцы сжимаются, и у вас плечи идут сюда вперед. Но сейчас попробуйте, выпрямите свою спину. Да? Вот вверх подняли плечи, назад, угу. назад опустили макушечку и улыбнулись. Еще еще прям уголки губ улыбнулись. И глазки как будто прищурили немножко. Улыбаемся, глазки прищурили. Можно прикрыть глазки. И минуту вот так сидим. Давайте. Держим, держим. Да, вот как китайцы и японцы сейчас вот такое лицо. Улыбнулись, глазки прищурили. И сидим в таком положении. 60 секунд сидим, снимаем стресс. И наблюдаем, держим улыбку, не опускаем. Это не мелочь. В системе Мирзакарим снаколча на первом оздоровительном курсе и на других, на других курсах мы, преподаватели, передаем да, ту информацию, те знания, которые получили от мерзакорима снаколача, от своих наставников. И это очень важно. Держать осанку, держать улыбку. Пока я говорю, вы улыбаетесь, еще минута не прошла. Да, 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 вот глазки прям прищурили, и улыбку еще. Еще держим, держим, держим. Хорошо, молодцы. Отлично. Какое сейчас состояние? Вот кому стало как-то тепло. Вот кому-то, может быть, и было холодно, стало тепло. У кого-то что-то болело, оно прошло. У кого-то было плохое настроение, поставьте плюсики. Что-то поменялось. Вот мы ничего с вами не делали, минуту мы с вами посидели в этом состоянии. Если можете, подержите еще, еще подержите. Не нужно опускать губы, да, не нужно быть серьезным. Вы достаточно в своей жизни бываете серьезными. Поэтому, да, плюсики ставим, что-то поменялось. Вот, у кого-то много плюсиков. В другом чате давайте плюсики ваши. Яркие, красивые плюсики, осенние плюсики, как этот букет сзади меня. Вот для вас скажу еще раз. Держим, угу. улыбка не уходит, очень хорошо, поменялось настроение, замечательно. Если у кого-то что-то прошло, прям можете написать, что прошло, где-то что-то болело, ломило, а вы вот прям посидели немножко, экспресс, что такое, быстрый, как экспресс такое средство для того, чтобы выходить из состояния стресса. Но мы с вами на курсе будем учиться туда и не входить. Лучше и не входить. Лучше спокойно, вот такое всегда, как вода, да, как вода, плавно, спокойно обходить какие-то ситуации. Но они бывают в жизни, они бывают, и поэтому просто нужно уметь из них выйти. Молодцы, прекрасно. А теперь смотрите. Мы говорили с вами про воду, значит, сухость. Осень – это сухость, и каждой клеточке нужно... Вода выводится очень быстро, очень быстро выводится. У кого-то начинает, и помимо легких и толстой кишки, включается еще язык. Вы, например, можете чувствовать, что у вас потрескался или трескается осенью язык. Вот если у кого-то такое происходит, вы уже обращали внимание, ставьте единичку. У кого-то начинает сохнуть. Вот осенью почему-то вы хотите пить. Раньше вы про это не знали, почему. А сейчас вы знаете, все, вы уже записали, что вот наступает осень, и вам хочется больше воды. И вот здесь удивительный момент, что пить нужно не только холодную воду, а вот теплую как можно больше. Конечно, если вы пьете холодную, это хорошо, но включите, пожалуйста, еще и теплую водичку в течение дня и утром, и вечером. И а, смотрите, вот такая тоже рекомендация: записывайте, это очень важно, и это работает, что осенью хорошо с утра. Вы сначала выпиваете стакан Кипятка. Кто знает про это, кто не знает, мы будем говорить на первом оздоровительном курсе про это. Выпивает стакан кипятка, а дальше вы выпиваете еще стакан можно через какое-то время, чуть под соленой воды. Соль необходима нашему организму. Это очень важно. От этого тоже зависит состояние суставов. Это очень важно. Поэтому я не говорю о том, не призываю, что вы должны ложками соль есть. Конечно, если вы съедите сразу целую селедку, пользы там не будет. А вот именно утром, да, вы выпиваете подсоленную слегка воду, это с утра, а вечером вы выпиваете не совсем перед сном стакан воды и разведенный мед. Теплая вода, не горячая, иначе мед он потеряет свои качества. Здесь вы что? Вы работаете с иммунитетом и вы обогащаете свои легкие. Вот сейчас пока про легкие говорим. Это очень важный такой момент, потому что начинается у кого-то что? Начинается сухой кашель. И кто-то опять, например, знает, что у него наступает осень. Давайте циферку 3. Вот у кого наступает осень, и начинается такое першение постоянно, да? Постоянно вот такое... Или, например, продолжительное это кхе Или часто сухой кашель. Вы уже знаете, что вам нужна влажность. Вот добавлять нужно жидкость. Вот это очень-очень важно. И э, осенью наш с вами тело, а органы все связаны. И осенью наши с вами органы не любят холодного. Вот желудок, он вообще не очень любит холодные, а осенью особенно. И для того, чтобы подготовить свое тело к зиме... По возможности, вот вы знаете о том, что иногда для кого-то это будет сейчас открытие: что иногда люди съедают мороженое, они даже не видят этой закономерности. И вы будете удивлены, съедают мороженое, иногда осенью и у человека начинает болеть сердце. Вот это, это не значит, что у вас оно должно болеть. Просто это тоже бывает. Вот поэтому смотрите: теплая еда каш, мы будем про питание чуть-чуть попозже говорить. Вот в это время легкие наши очень любят, потому что если, например, желудок будет в избытке, там будет холода, нашим легким тоже будет с вами не совсем хорошо, потому что органы между собой, они связаны. Точно так же толстый кишечник. Если... Употребляете холодную еду. Осенью человек от холодной еды, если есть задачи еще в желудочно-кишечном тракте, то могут быть запоры. Вот, например, хорошо весной, хорошо летом. И человек начинает говорить, вот летом ем фрукты. Конечно, это да, это работает. Но здесь еще и другое, поэтому обратите внимание на питье и обратите внимание на то, как вы много употребляете холодной еды. Вот достали творог, там или сметану или кефир не нужно сразу его прям тут же употреблять пускай немножко постоит вот здесь вот важный такой момент на который вы должны обратить внимание ребят ну что давайте мы с вами сейчас сделаем небольшую практику а потом будем говорить про осень дальше потому что мне еще хочется вам рассказать как нужно к себе очень нежно в этот период относиться очень мягко обращайте внимание вот посмотрите на кошек как они ведут себя осенью. Вот у кого есть кошки, наверняка вы видите поведение кошки летом, весной, зимой, осенью. У животных и вообще у природы можно учиться тому, как вести себя. Потому что, еще раз, мы связаны со всем то, что нас окружает. Если вы будете наблюдать, вы будете находить очень много вопросов, как пройти этот период, как пройти так, чтобы не снизить свой иммунитет. Но стрессы это очень важно. И мы с вами сделали вот эту одноминутную да, практику. Осанку поправили. Давайте еще раз вспомним. Улыбнулись. Угу. Макушечкой потянулись. Шея это на самом деле у всех длинная. Но э, очень часто люди что делают? Шею свою ведут вперед. Вот в такое положение. Если есть изменения в осанке, и человек голову ведет вперед. Если вы, например, э, берете телефон и начинаете смотреть, обратите внимание, осенью особенно, когда вы смотрите вот в таком положении ровно, голова в среднем весит 5-6 килограмм. Если вы держите телефон ниже, опустили голову немножко, голова становится уже около 10 килограмм. Если, например, вы совсем согнули голову или кто-то лежа на подушке, да, в постели смотрит, сейчас про это тоже поговорим, смотрит телефон, то голова ваша уже весит 12-13 килограмм. Представьте, какую тяжесть испытывает шейный отдел позвоночника. Человек очень крепкая конструкция, которую создал Творец. Уникальная, красивейшая да, конструкция. Мы с вами. И у нас очень много даров, о которых мы с вами будем говорить на этих вебинарах. И будем говорить обязательно. И не просто говорить, мы будем делать упражнения с вами на первом оздоровительном курсе. И сейчас, смотрите, что мы будем делать. Мы с вами будем вести ту улыбку. Вот улыбка, ваша прекрасная, замечательная улыбка, которая у вас есть. Мы будем вести по телу. Просто легко улыбайтесь, я буду вам помогать, у вас все будет получаться. Особенно, кто это делает первый раз. Да, у нас каждая клеточка умеет улыбаться. И мы ему можем дать посыл для того, чтобы эта клеточка или этот орган начал улыбаться. И тогда идут изменения. Но про внимание мы с вами чуть-чуть, такой есть инструмент чудесный, мы с вами чуть-чуть попозже про него тоже поговорим. Значит, смотрите, что вы сейчас делаете. Вы прикроете глазки, но если не хочется прикрывать глазки, не прикрывайте. Но когда человек прикрывает глаза, что происходит? Он перестает ощущать свое физическое тело, размеры своего тела, он погружается вовнутрь себя. Поэтому вот если у вас еще не очень хорошо получается работать с такими образными упражнениями, да, если, например, вы только учитесь или вообще не знаете, то лучше прикройте глазки. И ваша задача просто сейчас улыбаться. Я не буду сейчас спрашивать, какую вы улыбку любите. У каждого своя улыбка. Но я думаю, что если это улыбка любимого человека или улыбка на то, когда вы проснулись, и вы видите солнце, или вы видите закат, или вы видите, когда расцветает цветок, или как улыбается ребенок, или как мама ваша улыбалась, или папы, или улыбаются, когда видят, что приезжаете вы. То есть улыбка, она что делает? она делает взаимоотношения человека, строит эти состояния, строит состояние любви. Улыбка может... Вот давайте спрошу сейчас единственное, у кого такое было в жизни? Я думаю, что было. Это инструмент, который вы сделали, но вы про него не знали. А мы будем на курсах обязательно на это уделять очень много внимания. Вот, например, вы с кем-то в ссоре, да, вот вы с кем-то поссорились, все, вы надулись, не разговариваете, но живете в одном доме или в одной квартире. И контакт все равно же какой-то есть. И вот вдруг где-то вы в коридоре или где-то вы там проходите или на кухне, и ваши взгляды встречаются, и вы друг другу улыбнулись. И вот эта обида, да, вот эта обида, которая там кипела внутри, сейчас бы я тут вот не знаю, все всех разорвала бы, она вот так вот раз и ее нет. У кого такое было? И уже хочется обняться. Только встретился взгляд, да? Потому что взгляд это тоже язык тела. Только легкая улыбка. И тут же все исчезло. Поставьте плюсики, у кого такое, ну хоть когда-то в жизни было. Я думаю, что было, да? Только встретились взглядом, улыбнулись, и все ушло. Да, вот. Спасибо большое за эти плюсики. Ребят, если у вас у кого-то никогда не было... Надо попробовать обязательно, потому что это замечательно. Тут не нужно никаких слов. Тут сразу все раз и исчезает, сразу все проходит. И вот эту прекрасную улыбку вы будете вести по своему телу. Потом мы с вами остановимся, поговорим немножко про внимание, и ту же улыбку вы будете вести внутри своего живота. Но это я вам потом еще раз объясню. А сейчас, если кто-то в очках, спасибо за плюсики. Очень приятно видеть и в одном в чате, и в другом. Это же здорово. Пускай это ваша практика будет. Вот если вы ходите на разные какие-то обучающие курсы, да, тренинги, если вы приходите в центр Мерзгарима Снаковича или куда-то еще, ребята, вы же получаете знания. А знания их нужно что? Использовать. А когда человек использует знания, он что начинает? Он учится и он меняется. Вот вы сейчас каждый поставили плюсики, Отвлеклась еще на секундочку, потому что это важно. Вот пускай эта осень будет самая необыкновенная осень в вашей жизни. Самая яркая, самая спокойная, самая благодарная, самая нежная. Вот кто поставил плюсик, вот вы запомните это состояние сейчас как картинку. Вот вы вспомнили наверняка этого человека. Вы же не просто поставили плюсик. У вас пришло воспоминание о ком-то, да, об этой ситуации. Вы запомните. И вот прям вот с этого дня помните про этот плюсик. Потому что это не просто плюсик ваш, который вы здесь поставили. Это ваши чувства в этом плюсике. Там что? Там любовь к родным, к любимым людям. Так что запоминаем и используем эту практику. Очки снимаем, потому что любое упражнение мы с вами делаем, обязательно снимаем очки. И на первом оздоровительном курсе будем опять на вебинарах обязательно говорить, будем заниматься обязательно с глазками. Это очень важно. Если устают глазки, устает тело. Если устает тело, устают глазки. Глазки прикрыты, дыхание спокойное. И сейчас просто улыбаемся. Просто улыбаемся. Угу. Улыбка нежная, приятная улыбка. И внимание сейчас в правую стопу. И вот туда отправьте сейчас каждому пальчику свою очаровательную улыбку. Каждому, каждому пальцу. Улыбка нежная, улыбка ласковая. Кто делает первый раз, просто улыбнитесь. Улыбнитесь свои пятки. Улыбнитесь голеностопному суставу. Вот подарите сейчас такую улыбку, чтобы там был отклик, чтобы сейчас каждая клеточка пробудилась, дала отклик, и поднимаемся вверх по голени и несем эту улыбку. Несем эту улыбку, нежную улыбку, несем по голени, там внутри кожа улыбается, а у кого-то мурашки идут от этой улыбки. Молодцы, молодцы! И поднимаем выше правое колено. И сейчас улыбнулись правому колену. Улыбнулись открытой улыбкой. И пошли по правому бедру. Идем легко, спокойно. Молодцы. Поднимаем, поднимаем вверх, заполняя улыбкой. И идем к тазобедренному суставу. И сейчас тазобедренный сустав и улыбнулись суставу, заполнили сустав. Улыбкой нежности. Улыбкой мамы. И переводим внимание на позвоночник. И ведем улыбку вверх от копчика. Улыбнулись копчику. И пошли вверх. Улыбаясь каждому позвонку. Каждому, каждому. Сейчас почувствуйте, как каждый позвонок откликается от этой улыбки. Осанка поправляется, позвоночник выпрямляется. Молодцы. Идем до первого позвонка. Просто ведем внимание, просто легко. И переходим сейчас на правый плечевой сустав. И улыбнулись плечевому правому суставу. Вот она такая озорная улыбка, И она сейчас побежала по вашей правой руке. Ведем, ведем эту улыбку. Радостную, любящую, открытую. И вот он локтевой сустав. И здесь задержались, улыбнулись еще немножко. И спускаемся еще ниже. Идем до правой кисти и улыбаемся. Улыбаемся каждому пальцу, как осеннее солнце. Вот сейчас пройдите этой улыбкой каждый пальчик. Каждый сустав. И поднимаем эту улыбку вверх потоком радости. Переводим по плечевому поясу и переходим на левый плечевой сустав. И сейчас улыбнулись левому суставу. Просто улыбнулись легко и спускаем опять вниз. Ведем-ведем эту улыбку до локтевого сустава. Здесь задержали, улыбнулись и пошли вниз. Молодцы, спускаемся, просто ведем внимание, просто думаем об этой части своего тела. Лучезапястный сустав, левая кисть и опять как лучики в каждый палец эту улыбку. И поднимаем улыбку вверх. Поднимаем вверх легко, спокойно, и сейчас опять приходим к первому шейному позвонку. И потоком улыбки спускаем вниз по позвоночнику еще раз. Ощущая отклик, ведем-ведем до копчика, спуская вниз и переводим на левый тазобедренный сустав. И здесь опять улыбнулись. Улыбнулись. и ведем по левому бедру там внутри и снаружи улыбается каждая клеточка приходим к левому колену и опять задержали улыбку задержали улыбку улыбнулись своему колену и пошли вниз по голени и сейчас сюда Свою голень, в каждую мышцу, связку, сосуды, туда свои улыбки. Левый голеностоп, левая стопа. Молодцы, заполнили опять каждый палец стопы, улыбнулись, вот направили туда улыбку нежности, улыбку радости, красоты улыбку грусти, в каждый палец пятки улыбнулись и пошли вверх по левой ноге. Ведем, ведем, думаем про улыбку, просто улыбаемся. И сейчас от тазобедренного сустава по низу живота переходим на правую ногу и спускаем улыбку, спускаем до правой стопы. Молодцы. И сейчас улыбку отпускаем. Улыбку отпускаем и просто себя слушаем. Не спешите. Осенью не нужно спешить. Вот те, кто любит суетиться, ваша тренировка наступает, когда вы убираете суету из своей жизни. Сейчас послушайте, что происходит с вами. Какое состояние? И открываем глазки, моргаем. Моргаем, 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 еще, еще, еще. И первое то, что я спрошу, для тех, кто первый раз будет смотреть или кто присутствует первый раз, для вас будет удивление моего вопроса. Как ваши глазки? Что сейчас чувствуют ваши глазки? У кого зрение стало лучше? У кого зрение стало четче? Стало более таким ясным, более ярким? Поставьте единички. Давайте. Зрение. Вот сначала зрение что-то произошло там, да, с глазками. Глазки по-другому стали видеть. У кого-то, может быть, глазки увлажнились, и это хорошо. Угу. Умиротворение ярче. Спасибо большое. Спасибо. Ваши единички, они бесценны. Плюсики, единички. Да, жизнь меняется, вот такое общение, но зато вы можете из разных уголков мира присутствовать везде, там, где вам хочется зрение ясное три единички елена умничка молодец в другом чате тоже вижу ваши плюсики единички молодцы хорошо а теперь расскажите у кого был отклик в этом упражнении мы с вами дело сделали упражнение, которое будем чуть-чуть по-другому делать на первом оздоровительном курсе вы уже начали заниматься угу. болела шея слева сейчас хорошо легко. Вы волшебница? Как так получилось, да? Вот как так получилось? Болела шея и прошло. Глазки увлажнились очень хорошо. Глазки омылись, очистились. А вот что прозеваете Я не говорила про зевоту. Ну, Правильно, когда человек расслабляется, он начинает зевать. Вот кто еще зевает, просто написали. Спасибо большое. Поставьте плюсики. И что было в теле? Вот у кого где был отклик? Мне очень интересно, кто делал первый раз. Какие ваши ощущения? Вот кто первый раз? Напишите, что вы чувствовали. Человек с возрастом и все время же некогда, да, все время же в стрессе, люди все время куда-то бегут, и получается так, что человек перестает чувствовать. Вот что вы чувствовали, да, какие чувства были? Умиротворение, вот кто-то написал. Подергивание было, зевала. Это тоже отклик, язык тела. Мы с вами на курсе будем проходить язык тела. То есть любой курс, где присутствует тело, вы изучаете язык тела. Угу. Чуть не уснула. А смотрите, в ногах легкая дрожь. Ирина, а упражнение то шло всего около трех минут. Представляете, как вы расслабились, что чуть не уснули. Хорошо боль колена ушла мурашки очень хорошо ладошка голова закружилась приятно а почему голова закружилась потому что кровушка пошла смотрите вы улыбаетесь инфор мышцы расслабляются да? идет информация в мозг что у хозяина у хозяйки все хорошо все мозг что делает он насыщается вы расслабили шейный отдел мы с вами не просто прошли мы сделали очень мудрое упражнение очень мощное упражнение. Но сделали его легко. И в системе Мерзакарим Снаколыча на самом деле это знание потрясающее, это знание очень древние знания, более 5000 лет. Но для нас они так, Мерзакарим Снаколыч их преподнес, на Востоке так не учат, так как будем учиться мы с вами. То есть здесь все разжевывается, здесь все объясняется, здесь дается очень все легко. И вот э, я была в свое время просто потрясена тем, насколько эта система мощная и как она легко дается. То есть она дается преподавателями очень в легком, в таком образе, нет напряжения. И самое главное, что мы учимся на курсе не напрягаться. То, что сейчас осенью, да, пишем. Осенью никакого напряжения. Угу. Обязательно прям пишем вот такими буквами. Отозвалось угу. левой части тела. Хорошо состояние молодости и счастья, теплота в теле. Вот посмотри, мурашки, зевало, тепло. Молодцы! Кто молодец? Мы сейчас с вами докончим, закончим это упражнение. Мы поработаем с толстым кишечником, потому что обязательно нужно обращать внимание на толстый кишечник. Ребята, осенью это еще раз. Вот написали про питье. Почему я возвращаюсь к питью? Потому что если, например, человек мало пьет, и в этот момент, вот именно осенний момент, эта сухость начинает блокировать выход токсинов. А у нас с вами уже конечный результат, да, у нас выходит через мочу, через поры, да, то, что собирается, и выходит через толстый кишечник. Поэтому вот здесь вот очень важно следить за тем, какой у вас стул. Ведь ее необходимо. Вот еще раз, да, и то, что я рекомендовала, солью утром и вечером, мед. Вот это я думаю, что вы запомнили. Что мы сейчас с вами сделаем? Вы отправляете внимание в правую подздошную область. Я сейчас вот встану. Так, я не знаю, мешает. Тут сейчас я подвину немножечко. Сейчас, друзья, секунду. Угу. Вот смотрите, правая подздошная область. Вот правая подвздошная область. Вот здесь вот. И мы с вами вот так вокруг пупочка вот здесь походим. Несколько раз туда-сюда походим. Ну и давайте улыбнемся тонкому кишечнику. Да? Вот мы сделаем большой круг по спирали, а потом сделаем небольшой круг вот здесь по спирали. Немножко свой тонкий кишечник. Есть много упражнений. Вы знаете, что есть висцеральный массаж, то есть массаж внутренний да? но его не все умеют делать. И очень полезно вот такое потряхивание. Но ну, не буду вам показывать, а то вы будете делать, это будет неправильно. А вот когда вы туда вниманием в свой кишечник в толстый, да, в тонкий кишечник, вокруг пупочка, в этот момент вы как раз работаете вот с теми внутренними органами через свое внимание. И я вам сказала, что мы прежде чем сделаем это упражнение сейчас... Обратим внимание на свой палец. Вы уже находитесь еще раз на курсе: мы с вами делаем уже упражнения, мы уже погружаемся, да, вот в эти прекрасные знания, замечательные. Вот выберите любой пальчик любой, любой палец, какой хотите. И просто посмотрите туда на этот палец, мысленно. Вот просто его разглядите. Да, вот не надо ничего говорить, просто посмотрите, какая, какие складочки. Какие суставчики, какая кожа. Просто внимательно смотрим на пальчик. Просто вот смотрим, разглядываем какой-то палец один. У кого э, что-то начинает с пальцем твориться да, что-то с ним происходит, вы прям пишите сразу в чат, что там происходит у вас с пальчиком. Просто смотрите, можно пофантазировать, можно улыбнуться пальцу, можно пройти вовнутрь прям вот туда вовнутрь да смотрим если начинает что-то уже происходить прям пишите прям пишите что согрелся пульсирует хорошо давайте еще угу. пульсирует запись запись будет конечно запись вебинара она остается покалывает пульсирует. Да, у кого-то кого палец увеличился, есть такое, как будто бы он в объеме стал больше. Вот э, я уже 10 лет работаю в системе Мирзакарима Снаколовича, а с телом занимаюсь уже более 30 лет. С телом человека, да, телесно ориентированная практика, больше 30 лет. Ребят, я не... Вот перестаю удивляться. Вот я сейчас говорю, у меня идут мурашки по телу. Я не перестаю удивляться тому, насколько... Мы потрясающе созданы. У нас есть все для того, чтобы быть здоровым, есть все для того, чтобы быть счастливым, есть все для того, чтобы пройти эту осеннюю хандру, да, вступить в прекрасную зиму, где румяные щеки, где э, лыжи, санки, коньки, мороз, вот этот белый пушистый снег, где тишина ночью, вот это вот дождаться весны, да, вот это состояние, умение радоваться. И спасибо большое, пульсация. Тепло, согрелся, пульсирует. Ну что, молодцы. Что произошло? Вы там поддержали свое внимание. А внимание ⁇ это инструмент. Кто-то из вас это знает, но почему-то иногда проходит курсы и забывает про это, что это мощный инструмент, которым вы можете помогать. Внимание вы можете в любую часть своего тела отправлять, вовнутрь, снаружи, разговаривать с любым органом, разговаривать с любой частью тела. И тело слышит, и оно понимает. И когда вы сейчас подержали внимание в пальчике, там пришел что? Прилив крови там улучшились обменные процессы, там стали восстанавливаться сосуды, там пошло волшебство, там фантастика пошла. А мы с вами сделали упражнение «Улыбка». Да? Мы с вами что делали? Мы внимание держали по той траектории, по которой я вам вела вас. И в этот момент что получалось? Что вы каждую свою часть тела заполнили вниманием, пришел прилив крови, улучшились обменные процессы. Вот сейчас осознанно мы с вами сделаем с кишечником. Вы будете точно так же просто ему улыбаться. Просто улыбаться. И держать внимание. Вы уже понимаете. Вы уже это знаете. А с толстым кишечником осенью. Вот это уже упражнение вы можете брать в жизнь и улыбаться своему кишечнику. Улыбаться своим легким каждый день. Проснулись утром. Улыбнулись вечером спать ложитесь, прошли с улыбкой, да? Вы, может быть, еще пока не знаете никаких упражнений, но это уже великое упражнение, где вы можете себе помогать. Началось какое-то состояние такое неприятного беспокойства, печали, грусти. А вы что? Вы раз, два, три, минута, да, мы с вами еще раз повторяем, третий раз, упражнение от снятия стресса, смена эмоционального состояния, раз, что сделали? Один, поправили макушечку, потянули, да, голову поправили. Два, осанка. Три, улыбнулись. И глазки щурили. А уголки глазки щурили, конечно, не обязательно. Но когда мы с вами улыбаемся вот ярко, да, что у нас? Глазки щурятся, конечно, они становятся уже. В этом состоянии минута и полный порядок. Вот приходя на вебинары, всегда говорим о том, что вы не просто слушаете, потому что каждый преподаватель у нас уникален, прекрасен. Он дает очень много информации. И вы уже на вебинаре вообще можете написать вот такую книгу, если вы посещаете вебинары, что делать, как делать. Уже на курс можно не ходить. Ну, конечно, на курсе знания совершенно другие. Значит, смотрим, на свой внутренним взором начинаем с правой поздошной области очки снимаем глазки прикрываем угу. глазки я вас немножко задержу ребят но ну, сегодня суббота я думаю что э, задержаться наверное можно немножко да хорошо глазки прикрыли дыхание спокойное и сейчас внимание отправляем в правую поздошную область и продолжаем улыбаться вот продолжаем улыбаться. Идем просто по большому кругу. Вот поднимаемся сейчас улыбкой к правому подреберью. Дальше пошли улыбку, повели там внутри. Она может быть такая озорная, что там щекотно. Улыбнулись к левому подреберью. Дальше спускаем вниз, ведем-ведем. В левый пах, левая подвдошная область. И сейчас ведем по низу живота. И проходим вот по этой траектории несколько раз. Легко, спокойно, молодцы. А дышим как легко. Зубы не сжимаем. Умнички. А теперь сужаем эту спираль, и там вокруг пупочка, маленькой спиралью, вокруг пупочка, там эту улыбку. Прочувствуйте эту улыбку, создайте. Молодцы. Хорошо. Еще, еще по большой прошлись, еще раз улыбнулись. Вот прямо эту улыбку от себя туда вовнутрь, свой животик прошлись по толстой кишке прошлись вокруг пупочка и слушаем что происходит и заканчиваем глазки не открывайте не спешите опять послушайте что там происходит послушайте что происходит молодцы открыли глазки и поморгали и поморгали. И расскажите, что там было в животе-то у вас, что там происходило в вашем животике, что там происходило. Где-то был отклик, может быть, что-то забурлило, где-то что-то задвигалось, куда-то, может быть, кто-то захотел. Давайте пишем. Ага. Угу насыщается энергией Александр эмоции высоко не поднимаем да угу. а, нет что с носки а ребята сейчас поставят на оздоровительный курс техподдержка есть ссылочка спрашивают на оздоровительный курс ссылочка я думаю что поставят мы еще с вами не заканчиваем мы еще с вами позанимаемся ощущение свежести Классно, отлично. Ощущение свежести. Горячо, бурчало, тепло. Очень хорошо. Вот тепло, тепло, да, что-то там происходило. Угу. А, стоит под видео. Вот, обновите страницу, если кому-то не видно. Хорошо. Заболела в правом подреберье. Отлично, Наталья. Вот... Когда что-то болит, это тоже язык тела это неплохо. И мы будем с вами учиться понимать, что боль это тоже язык тела это сигнал. И когда где-то начинает что-то оздоравливаться во время упражнения, а мы сейчас с вами сделали упражнение легко и просто. В этот момент вот там, где заболела, Наталья, спасибо, что написали. И э, в этот момент вот на примере Натальи: боль это ремонт. Вот я всегда вот говорю это слово такое, да, ремонт. То есть мозг тут же, что вы обратили внимание, мозг тут же понял, что нужно, настроение хорошее, вы улыбаетесь. И сразу что начался ремонт, там где-то что-то надо почистить, вывести. Это замечательно. Хотел еще внимание кишечник. Ну, смотрите, это вы уже после нашего с вами встречи будете внимание держать кишечнику. Я сказала, что, пожалуйста, делайте на ночь, делайте утром. Проходите еще раз этот осенний путь легко, уютно. Я вот уже несколько раз проговорила слово уютно. Пишем про осень, что нужно создать уют. Обязательно. Что-то сделайте в квартире, да, вот что-то поменяйте, что-то переставьте. Может быть, поменяйте покрывало, может быть, у кого-то есть, поменяйте шторы. Может быть, там поставьте как-то вазочки или в конце концов просто уберитесь, потому что состояние того, что вас окружает дома, да, если там, например, грязная посуда, если разобранная постель, если еще что-то, это еще больше нагнетает. Это еще больше, особенно вот в этот промежуток времени, еще больше дает, и человек начинает чихать, кашлять, поднимается температура. Да, это тоже действие. Кажется, что это ерунда, но на самом деле это не ерунда. А теперь вот в, в конце осени, в конце, не забывайте, пожалуйста, про свои ножки. Вот сейчас кутаться очень сильно не нужно, потому что ваше тело, оно сохранило еще тепло. И одеваться нужно, да, уютно, там, в теплый шарфик какой-то, в свитер, постепенно. Вот не сразу, как капуста, бояться любого ветерка, а постепенно. Потому что если, например, есть люди, которые очень боятся когда открыто окошечко где-то, форточка или что-то. Я не говорю про сквозняки, но когда это ограничивающее убеждение, мы с вами перепрыгнули сейчас на другой курс, это серьезно, когда человек когда-то создал себе вот этот барьер, и у него тело научилось, да, мозг научился, он знает, что если человек сядет под открытой форточкой немножко, мозг уже сразу раз продует, и дает команду, продует. Вот здесь нужно очень быть аккуратно, но про это мы будем с вами говорить обязательно на курсах. А вот в конце осени обращайте внимание на свои ножки. Наши с вами стопы, почки, они любят тепло. Вот тепло. И обращайте внимание область поясницы и э, свои стопы, носочки. И попробуйте вот не просто какие-нибудь носки, а вот сейчас уже мягкие, чтобы были. Вот еще раз осенью на себя, как к ребенку нежности. Неважно, мужчина вы или женщина вы. Если, например, вам что-то где-то колется или что-то, вот через одежду, через еду. Смотрите более спокойные такие фильмы, более добрые фильмы. Если, например, кто-то смотрит там ужастики какие-то, да, вот э, боевики, где много стреляют. Сейчас отодвиньте на курсе. Мы вообще в первый день... С вами будем говорить о том, что мы вам будем просить, это, конечно, ваш выбор, чтобы вы не смотрели страшные какие-то фильмы и новости. Вот мы про это будем говорить, потому что здесь мы будем говорить про это глубоко. Сейчас не буду отнимать время. Почему мы будем это просить? Для чего? Что происходит, когда человек? Я думаю, что у вас есть знакомые, может быть, более старшее поколение. И удивительный процесс. Я когда-то занималась этим, я смотрела, почему, например, там мой папа, да, новости, его нельзя просто. Но ну, во-первых это привычка которая пришла до да, новости мы раньше смотрели все новости и почему такая реакция и ученые доказывают очень такой интересный момент что когда люди уже в возрасте в глубоком почтенном возрасте и когда они смотрят новости они чувствуют что они живут в этом мире вот смотрите это на самом деле беда когда у человека нет, например, какого-то ориентира почувствовать, что он важный и нужный в чем-то в другом. А не здесь перед телевизором. Но про это мы будем с вами говорить. Это глубокая, серьезная тема. Значит, носочки. Уважаемые наши королевы, неважно, сколько вам лет, вы все равно девочки. Значит, что носочки какие-нибудь розовые, цветные, с оленями, с бубенчиками, с какими-то еще что-нибудь, чтобы это было одевая, чтобы это было приятно и было тепло. Что нужно? принимать чаще ванну. Вот если, например, вы любите, да, ванна осенью очень тоже хорошо, потому что именно ванну, вот не под душем, не париться, а ванна, чтобы была теплая. И а, тоже такой вам как бы бонус, что если вы чувствуете, не нужно бояться воды. Вода – это наша стихия. Мы с вами, когда приходим в этот мир, 98% нашего тела – это вода. Поэтому, когда вы чувствуете, что у вас заложило нос – мы сейчас с вами сделаем еще упражнение дыхания по поводу носа. Задержимся. Ладно, ребят, немножко. Когда, например, у вас чувствуете, какой-то озноб появляется, сухой кашель, идите в ванну. Можно принять ванну солью, можно просто. Вода должна быть приятно теплая. Вы не паритесь. И вот тут важный момент, чтобы вы и голову мочили. Да? Вы минут 10-15 лежите. Если в ванной прохладно, делать так не нужно. Если в ванной тепло, да, вы чувствуете, что тепло, что вы делаете? вы выходите из ванны и не спешите вытираться. Вот это здесь тоже идет такой метод оздоровления. Это закаливание, оздоровление, и очень при любом плохом чем самочувствии вы можете это использовать. Значит, что осенью любит наше с вами тело? Оно любит каши, оно любит теплые супы, рис, да, вот осенью, ну, кто-то, может быть, не любит рис, и это не значит, что его нужно каждый день есть, но рис в рацион вводить можно и нужно. Это обязательно овощи. Вот сейчас, в начале, особенно осени, это и морковка, это яблоки, сладкие какие-то, да, фрукты. Это обязательно свекла, капуста. Вот это вот все вы используете сейчас. Вы накапливаете, накапливаете, как опять берите животных в мире, в природе. Что делают? Животные накапливают то состояние, те жиры, те витамины, и уходят в спячку. Вот э, человек то же самое уходит в спячку, но... Очень интересно работает наш мозг. Для того, чтобы выжить, да, у нас с вами есть вот этот вот момент выживания, дан нам с вами, что осенью мозг, он более активный. И поэтому осенью рекомендуют изучать иностранные языки, идти на оздоровительные курсы или еще куда-то, то есть давать занятия мозгу. И вы знаете, вот у меня была такая интересная история. Иногда люди, слушатели с курса, начинают рассказывать, что они еле переживают зиму. Вот осень как-то, как-то, а зима вообще гнетет, когда еще очень темно, да, мы же начинаем меньше видеть солнечного цвета, а тело же это тоже реагирует. Темно, холодно, там слякотно, настроения вообще нет. Хочется просто вот ложиться и умирать. И э, вот с этими людьми мы проговаривали. И, например, наступала следующая зима, и человек шел учиться. И для него зима пролетала просто вот на крыльях. Он такой был окрыленный, понимал, что столько может сделать, что понимал. Поэтому осенью мозг активизируется. Значит, очень хорошо орехи, хорошо кукурузу и хорошо специи. Э, хорошо мускатный орех, э, хорошо. Э, Корица. Вот корица тоже очень хорошо. Чеснок хорошо. Если вы кушаете острый перец, вот осенью чеснок, лук, перец, редис, вот сейчас все это включайте. Если, конечно, у вас есть какие-то ограничения, здесь нужно смотреть. Если ограничений нет, кушайте обязательно. Если у кого-то, например, есть реакция желудка, да, хотя мы будем с вами на курсе говорить, как устроено наше с вами тело, что у нас с вами меняется все. Вот клеточки всех слизистых, всех органов, они меняются. Самое долгое – это костная система. И вот представьте себе, что когда кто-то из вас уже это слышал, когда вы приходите кушать, вот каждый прием пищи, каждый прием пищи, вы садитесь, и у вас новая слизистая желудка. А человек сколько, сколько ходит с гастритами, сколько ходит с язвой. И он не задумывается о том, что у него беспокойство в его жизни, тело-то отремонтировало, тело все починило, а человек начинает злиться, кричать, шуметь, там еще что-то делать. И сразу что? Открывается клапан между 12-перстной кишкой и открывается между желудком. Все, идет захлест желчи, идет реакция та, которая не нужна, и все как бы остается так, как есть, или становится хуже. Поэтому вот здесь вот нужно смотреть, если у кого-то есть какие-то задачи, а вы хотите чеснок, чеснок можно глотать. Не жевать, а глотать. Ну, вы посмотрите, много есть информации на эту тему. Посоветуйтесь с врачом. То есть вы просто долечку чеснока проглатываете. Тогда не будет запаха. Вообще полезно периодами вот прям по несколько головок, там, например, за 2-3 недели, это чистка иглистов и вообще очень хорошая работа с иммунитетом, очищение тела. Значит, сейчас мы с вами еще сделаем дыхательные, поговорим о дыхательных практиках, которые очень полезно делать осенью. То есть вы поняли, что вот создайте состояние покоя, любви к себе. Вот, может быть, первый раз в жизни, но проявите это состояние. Потому что на первом курсе мы будем говорить с вами «Есть вы, есть ваша жизнь». Если нет вас, и жизни вокруг вас нет. Поэтому если вы будете делать, например, счастливую маму, счастливую папу, там, бабушку или дедушку, а как счастливыми? То есть вы уделите какое-то время себе. И тогда вы счастливый, Придете в свою семью, к своим близким. У вас не будет раздражения. Вы дадите себе вот то, что вам не хватало. Не забывайте, пожалуйста, про это. И очень хорошо, если у вас есть какие-то картинки. В вашей жизни они есть у каждого где вы где-то были где-то отдыхали есть такой метод кинезиология но я не буду его полностью сейчас вам рассказывать то что нужно делать но у вас у каждого есть какие-то приятные картинки в жизни запоминания где-то мы может быть плыли на корабле на лодке где-то закат восход где-то вы гуляете где-то что-то с вами происходит и вам хорошо. Вот сейчас осень начинает раскрашивать, да, вот этот вот дождь, золотой дождь будет идти, у кого-то уже начался. Подставьте свое лицо, чтобы листок один, второй, третий дотронулся до вашей кожи. Ощутите это каждой клеточкой, это прикосновение. И запомните, это будет картинка, которую вы можете вызывать, когда вам грустно, когда вам тоскливо, когда что-то в вас нападает, такая какая-то обида, раздражение. Вот и с этими картинками вы просто туда отправляетесь. И вот смотрите, какая удивительная дыхательная практика. Что вы делаете? Вы прикрываете глазки и представляете, какой угодно. Давайте прямо сейчас сразу и делайте. Прикрываете глазки и представьте какое-то место на природе. Может быть, это сад, цветущий сад, где много ароматов. Вот аромат, может быть, я не знаю, это черемуха, может быть, это сирень, может быть, еще что-то там, где много ароматов. Угу. Может быть, это эвкалипт. Да, вот кто-то нюхал, наверное, недавно эвкалипт. Я даже не думала, что так большое количество деревьев эвкалипта дают такой аромат. И вот сейчас глазки прикрыты, вы уже представили да, эту обстановку. И что вы делаете? вы делаете вдох этого аромата, а выдохом вы заполняете все свое тело. Вдох. Вы прям впитываете этот аромат, чувствуя его, а выдох вы проходите по своему телу. Молодцы. И вот так несколько раз просто фантазируйте вот эту картинку. Там очутитесь, а наше тело это умеет. Оно там находится, где хорошо. И там, где плохо, оно тоже находится, если вы вспоминаете. Аромат. И пропускайте на выдохе по телу. Угу. Угу. Хорошо. Открываем глазки достаточно. Дома вы можете чуть-чуть подольше. Поморгали, поморгали, не забываем сразу поморгали. Глазки видят ярче. Я даже спрашивать не буду, потому что глаза в этот момент отдыхают. Кто сейчас ощутил аромат или вот вот это прикосновение этим ароматом по телу? Что-то опять происходило с телом? Поставьте циферку один. Жасмин, сандал, жасмин. Я прям почувствовала запах жасмина. Вот эта практика дыхательная, которая вам не только осенью берите ее себе, вы можете пользоваться ей в любое время. Да, розы. Ощущали запах, да, розы, Ирина? Здорово. Вот цифра один, да, что тело как будто наполнилось этим ароматом, как будто легкие развернулись. Вы сейчас и с легкими поработали, потому что дыхание воз, дух, целый воз духа. Вы дышали, вы дышали легкими, вы наполняли свои легкие, вы убирали вот эту сухость, вы наполняли что? Головной мозг, он любит получать кислород. Когда кислорода мало, кислородное голодание. Умнички, молодцы, ваниль, кофе. Я, например, тоже очень люблю, когда вот помелили кофе, да, открыть крышку, и сразу вот этот запах, ой, у меня мурашки побежали. Вот, молодцы. Просто свежесть, конечно, просто свежесть может быть, свежесть утра какого-то. Делайте такие картинки. Теперь, если у вас закладывает нос, то есть тебе нужно помогать, не нужно оставлять на потом. В ванну делаете, питье пьете. В конце осени носочки одеваете, тепленькие, красивые, да? Дальше что а, вы делаете? Вы а, дыхательную практику еще одну. Что вы делаете? если закладывает нос, вы делаете вдох, глубокий, хороший вдох, а выдох через нос на три порции. Я сейчас покажу. То есть глубокий вдох. Выдохнули через нос три раза. И так нужно повторить пять раз. Значит, еще раз. Вдох, глубокий, хороший. И выдох через нос. Раз, два, три. Да? пять раз повтора. Это хорошо сразу снимает отек слизистый, убирает, если токсины, да, микробы, если вирусы. А у нас с вами что, носоглотка? Поэтому приучите себя вот в этот период полоскать, просто носик мыть чистой водичкой, да, вот прям руку берете, чуть-чуть взяли в нос, этому можно научиться и промыли. Когда скованность, да, мало воды. Смотрите, иногда у человека бывают очень сухие в период осени, сухие ладони, сухие стопы и горячие стопы. Вот прям горячие бывают стопы. Это тоже говорит о том, что в легких не хватает влажности. То есть нужно посмотреть на то, сколько вы пьете. Так, ребят, что я вам еще хотела сказать? А еще вот на что обратить внимание, чем заняться. Во-первых, дать э, мозгу своему поработать, мы уже с вами сказали. То есть, если он активный, если вот э, как устроен наш мозг, удивительно. Если человек, например, когда-то закончил, у него четыре высших образования. Когда-то, да, было, четыре высших образования. И вот на протяжении десяти лет он больше ничего не учит, больше ничего не... Он закончил работать, и он ничего больше не делает и мозг начинает вытаскивать всякую шушеру мушуру там что было с кем поругался кто тебе не так что сказал потому что нашему мозгу нужно постоянно нужны что нейронные связи новые. Поэтому новую информацию каждый день особенно осенью каждый день не только кроссворды это хорошо что-то новое. Открыли там, узнали, например, как черепахи зимуют. Или там, я не знаю, как пингвины там меняют. Это, между прочим, очень интересно. Как они высиживают яйца пингвины и как они меняют оперение. Какие они голые бывают. Вот, видите, вдруг я сказала про пингвинов. Посмотрите, это очень интересно. Вы узнаете что-то новое, и сейчас осенью особенно, да, когда мозг активен, ему нужно что-то делать. А если нет, вы опускаетесь куда? В тоску, в печаль. Уборка, я уже сказала, да? Уберитесь у себя дома выбросите то, что вы собирались давно уже давно выбросить, может быть это какие-то журналы, книги, может быть это вещи, которые это тоже позволяет расчистить пространство, освободить, почувствовать вот эту чистоту, потому что осенью человека очень много бывает дома, согласны, что дома он бывает больше. Конечно, на свежем воздухе гулять обязательно, это обязательно, даже про это не говорится, движение это обязательно. И вот когда вы придете, например, а у вас... Тут красивый ваш дневничок, тут красивые цветочки, там носочки в шкафчике лежат ваши, тут еще что-то. Вот, когда я думаю, что женщины меня поймут, я не могу сказать, сколько стаканов, каждый индивидуально, но вот литр-литр 200 это самое маленькое, сколько нужно пить. Это самое маленькое. Поэтому здесь вы слушаете себя или проконсультируетесь с врачом. Если нет ограничений, можно вообще до 2 литра, до 2 литров пить вот и поэтому когда вы дома свой дом приводите в такое состояние я начала говорить что женщина поймут когда например вы вымыли где-то посуду или шкаф или что-то и выходите и ваш взгляд да, постоянно туда ой как красиво ой как чистенько вот так же неважно даже если вы мужчина и, может быть мужчина одинокий приведите в порядок сейчас свое вот это гнездышко где вы будете, осень проводить, где вы будете зимовать, где вы будете ставить новые цели, где вы будете меняться. Вот пускай в этом гнездышке будет очень хорошо. И практика благодарности. Вот пишите «осенью». Это вообще такой ритуал очень древний, и все нации, если вы будете изучать, осенью были великие праздники благодарности, потому что осенью земля дарит, мы с вами с этого начали, Земля дарит что? Свои дары, плоды свои, сбор урожая. И вот сейчас кто-то закатывает там, я не знаю, помидоры, огурцы, или вы уже закатали, или там погреба свои, да, забиваете картошкой, морковкой с благодарностью. Вот открыли свои баночки, посмотрели и с благодарностью, что то, что в баночках, оно пришло к вам природа вам это дала. Вот практику благодарности э, начинайте делать осенью, кто не делает, а кто делает, продолжайте и больше благодарности, больше природы. Не теряйте связь с природой. И сейчас мы с вами еще... А, вот смотрите, чтобы у каждого по-разному, да? Если, например, это гималайская соль, она крупная, розовая такая соль, там будет достаточно одного кристалла маленького, и то иногда может быть кому-то солено, поэтому вы, я бы вот порекомендовала гималайскую розовую такая соль купить, она недорогая, там хватит на всю семью на несколько лет. И полезно вот этот вот маленький солевой кристалл, только небольшой еще раз, потому что она соленая очень. Класть под язык, это тоже осенью очень полезно. Смотрите, если, например, но вы не переносите соленое, значит сделайте чуть-чуть меньше, чтобы соленоватая вода была или маленький кристалл соли. И а, сейчас, потому что Восток, и а, очень интересно, и славяне точно так же в древности... Немножко вот славяне, мы сегодняшние, мы потеряли то, что предки нам давали. А перекликаются знания восточные, славянские знания перекликаются. Очень общего много. И даже неизвестно еще сейчас под вопросом стоит, откуда вообще что пришло. Законы пяти первых элементов, законы иниан. Здесь очень интересно. Ну, изучайте сами, здесь не буду говорить, я уже скоро буду заканчивать. И музыка, она очень благотворно влияет, и есть музыка по категориям того, в каком месяце, в каком сезоне человек находится. И вот осень это, во-первых, к металлу относится и белый цвет вот почему я сказала про рис да рис его хорошо тоже кушать осенью и музыка которую мы с вами чуть-чуть послушаем она очень хорошо дает такую активизацию и если например там уже появился кашель заложенность носа если начинается подниматься температура или еще что-то это именно музыка осени она и такая, знаете, величественная музыка, и в то же время э, веселая музыка. Там очень много колокольчиков, гонг, э, такие инструменты очень звонкие. Вот сейчас я вас тоже попрошу прикрыть глазки. Можно вместо подсоленной воды, но лучше э, можно вместо подсоленной, но э, лучше соленую водичку выпить, лучше. Потом можете просто в течение дня это сделать. Глазки прикрыли, очки сняли. Глазки прикрыли, и внимание сейчас на свое дыхание. Как вы дышите? Вот просто спокойный вдох, расслабляющий выдох. Дыхание спокойное. Дышите очень легко и спокойно. И просто послушайте несколько минут. И от музыка это вибрация. И что, мы будем говорить с вами на интуиции, кто пойдет дальше, мы будем говорить про музыку. Сейчас просто слушайте свое тело. Глазки не спешите открывать. Не спешите открывать. Опять немножко побудьте сами с собой. Мы послушали совсем немножко. Есть много музыкальных инструментов, именно мелодии металла, осени. Угу. Ножки скрещивать не нужно, да хорошо, открыли глазки. Я не буду спрашивать, что происходило с вами, потому что мы послушали совсем немножко, но вы просто знаете, да, имейте в виду, что есть музыка осени, которую вы можете найти и слушать, и она вот именно такая музыка в тех вибрациях, которая помогает. Но если кто-то хочет сказать, например, если, может быть, у кого-то был заложен нос, я не шучу, это работает серьезно, заложен нос, и сейчас у вас, например, он задышал, может поставить плюсики. Ну что, ребят, мы с вами начали вот сегодняшний вебинар. Я еще раз повторюсь. Это подготовка к первому курсу. Это серьезный такой шаг для кого-то будет в жизни, кто-то пойдет повтор, кто-то, может быть, вот, видите. Угу. Сколько брать меда? Чайную ложечку, чайную ложечку. Столовую не нужно. Вот плюсики поставили, да? Нос отложила. Это не волшебство, это мы так с вами устроены. Поэтому система мерзакаримуснат, Кулечи, это настолько глубокое погружение в самого себя. Вы работаете только сами с собой. Потому что у каждого человека есть все для того, чтобы быть здоровым. И если человек не принимает участие, он отдает кому-то свою жизнь, да? чтобы кто-то его толкнул, кто-то ему дал, кто-то его уколол, кто-то еще что-то, а сам он даже не хочет разобраться, почему с ним так происходит, что с ним происходит. Ребят, и курс начинается 6 числа, 6 октября будет два потока. Первый поток ведем Лили Керунту и я, Ирина Тулина. И второй поток это утренний, 8 утра. И второй поток в 18.00 это будет Анна Сечкина. Мы с вами все будем встречаться на вебинаре, и вы увидите и Лилечку, и Анну, и со мной еще встретитесь. То есть мы еще не раз с вами встретимся до 6 числа, занятия начались. Это серьезный этап. И помните о том, что мозг-то хочет, хочет, он активен сейчас. Дайте ему эту возможность позаниматься. И прежде чем сказать до свидания, это жизнь. Да, это жизнь, друзья. И я закончу на такой грустной ноте нашу с вами встречу. Я думаю, что многие из вас вот этот вебинар мыслили, решили, что мы его провели в память об одном прекрасном, замечательном человеке. Я думаю, что многие из вас ее знают. Это Елена Петровна Волкова. Елена Петровна Волкова ушла в мир иной. Ей светлая память, и это необыкновенный был человек, это необыкновенный был учитель, был наставник, это э, ученица Мирзакарима Санакуловича, это его вторая мама. И поэтому вот пускай путь ее дальше будет очень светлым. А этот вебинар посвящается памяти великого учителя Елены Петровны Волковой. Спасибо большое. Спасибо. Всего-всего доброго. На встрече на вебинаре и на курсах. До свидания.